Всем привет, с вами Артём и Нестор. Да, всем привет. И мы продолжаем играть в 7 Days to Die. Мы как раз... с модом Darkness Falls, естественно. Мы пришли, притащили все ресы, и нет у меня больше нифига патронов на дробаш. Осталось только 5. У нас есть что-то на продажу. Так, вот здесь вот. Мы сейчас соберем максимум, хватит угорать, и попробуем хоть что-то с этого выручить. Все, что не выручим, просто оставим у торгаша. Этот, наверное, у него обновилось. А, подожди, лопата не стоит ничего. Вот. Арбалетные болты мы пока что оставим. Так, печку надо отключить, чтобы она не работала просто так. Главное, вот это не заходи. Да это вот понятно. Секунду. Так, все, продолжаем. У нас, короче, есть на карте где-то два... А, да, два сокровища откопать. И мы как бы будем, наверное, после Орды переезжать, но до Орды нам еще, ой, ого-го, сколько времени надо. Нам бы... Не ого-го, третий день. Ой, четвертый день уже. Ну, уже четвертый, у нас даже... О, кто-то идет. Пойдем, разберемся по-быстрому. Мы, короче, нас встретило несколько орд. Вот, и плюс пока мы ночью шли... Вон, давай, снайперскую, покажи свою точность. Да у меня 50 патронов осталось. Ну, я, у меня... Ну... Блять, кто там пишет? Давай, никто там тебе не... Успокойся. Никого нет. Здесь только ты, я и больше никого. Молодец, красавчик. Он, как летает он. Короче, да, я смотрел, что мне выпадает мало опыта. Оказывается, я не прав был. Так, можно ли тебе продать? Латунь у нас пока что дофига. Ага, он это уже не покупает. Я хочу купить хотя бы дробовых патронов, но я уже вижу, что их вроде как тут и нету. Так, это он не купит, это продадим, это продадим. Че у тебя по патрикам, дружище? У тебя нет дробовых вообще. У нее есть только 9-миллиметровки и 7,62. Чего? Есть квест второго тира, 150 метров принести. Так, бери, сейчас я... А, серьезно, у меня столько денег нету? А сколько у меня хватит? О, а на калашников у меня не хватает, у меня 2400. Так, сейчас хватает. Да я купил для калаша патроны. Так, я их и купил. Я скину здесь пока остатки. Мы, короче, сделали серию рюкзаки. На базе поставили пару верстаков и все. Как бы... так. Я тебе... Сколько тебе надо? У меня 85. Я тебе... Ладно, я дам тебе половину, фикс. У меня в калаше 37 и 43, так. Так, сейчас я выберу задание твое. Вот оно. Помни, что ты его берешь. Прокачка уже вся прокачана. Нам осталось... Слушай, ты качаешь снайперку. Давайте книжки на снайперку давать. Ну, типа, чтобы не я их собирал, а ты. Давай. Просто я вот думаю, типа, на автоматы я могу собирать. Хотя нам и на разбор. Если ты будешь разбором заниматься, типа... Кстати, что у нас по разбору? Дай-ка я проверю. У меня нормально по разбору. Ну-ка ты разбери. 88. У тебя, короче, 40 или 60 по разбору. У меня чуть побольше. Вот зря мы с тобой вместе разбираем тачку, потому что теперь и у тебя, и у меня есть ресы, которые, ну, нам по сути... Так, стоп, подожди. Это тот самый дом. Давай, наверное, квест возьмем. Да. Мы лутали вот этот ящик. Давай, бери квест. А какого по-тихому-то? О чем ты вообще? У нас по-тихому не получится. Нам всю территорию еще придется установить. Во, смотри-ка. О, стой. Тихо, я знаю, тихо. Знаю. Давай, у меня ничего нет, я не арбалет, не лук. Надо убить вон того, который сзади сидит, потому что он самый опасный, вот этот, который горящий. Так это обычный. Вот это. Ладно. Нет, он другой, он бегать умеет. Так это Ферал, ты хотел сказать. Ну, это что-то, короче, наподобие Ферала. Пивасик. Там Ферал еще один. Давай, вон, лутайся. Там три Ферала внутри. Да вот здесь. Там 4 Ферала. Тут зеленый, это не Ферал, они не внутри. Они внутри. Да вот еще со мной стоит. Меня обнимает. Короче, помоги мне, пожалуйста. Они. Ой, боже мой, боже мой. Помог как смог. Так, вот. Подходит с двух сторон. Бежит Ферал. Ферал бежит. Два Ферала, справа. Это не Ферал. Да справа. А, нет. Куча народу. Обернись. О, боже. Я вижу. Вот это квест. А мы только пошли Лутецкого поднабрать. Блин,
Выносливости нет, я не смог. Да я знаю, я контрольный ему в голову засадил. Короче, тут хлам всякий. Подожди, там еще внутри кто-то. На калаш патроны кончились, все. Давай по уму как-то пытаться. У меня маловато патронов. О, иди сюда. Иди сюда, маленький. О, есть здесь горящий. Вот он. Видишь, у него 360 хп. А, ну это ладно. Помню, он через дверь может. Отлично. Блин, но с них лут падает фуфловый. Так, ты знаешь, где твой ящик? Мой на втором этаже. Твой где? Мой тоже. Так, давай лутанемся, посмотрим, что нам хоть брать тут. А чё это не лутается? Окей. А это камень. Фига себе, меня через хрен. Я не думал, что тут могут так обмануть. О, тумбочка есть. О, я плащ нашел. Мы, кстати... А, у нас уже есть плащи, мы с тобой накрафтили. Так, рецепт биты, рецепт стальных. Нам не надо это ничего. Ну что, ты готов? У меня пистолет только, по сути. Блин, они сразу оспавнились. Давай, заходи наверх. Так, что будем делать? Ковальские варианты. Ау, ау. Я спрыгиваю. Давай вниз. А, подожди, ты так внизу. Выходи на улицу, быстрей. Обернись. Так. Сундук, я лутану. Карточки, молодец, что ты немного отошел. Ты бы... Отходящий, ты вернись. Там сверху еще. Я знаю, нам сейчас надо сюда идти лучше. Иди сюда ко мне. Потому что сейчас там будет жесть. Еще один убил. Да я знаю. Блин, мачете лучше, чем дубинка. Разумеется. Не, ну дубинка может башку пробить и застанет. А мачете нет. Я бы ни на твоем месте не поднимался. Дай им просто. Я просто хочу посмотреть. Так, зеленый. Блин, ну я еще ни одного, давай, кстати, не поджег. У меня что-то... просто... Бам. Блин, слушай, у тебя мачете... У меня мачете горит вообще? У тебя просто сверху, как будто у тебя этот... как... Не коктейль Молотова в руках или нет? Горелка газовая. У тебя само мачете не горит? Но... Так, ну чё, это у там... У меня вообще не горит. Нет. Пошли. Да нет, горит только при ударе. Вот он здесь. Ё-моё! У меня вынос кончился. Нет, это, моя смерть не будет первой. Так, я... Я на тебя рассчитываю вообще-то. Так, сумку я залутал свою. Так, я могу езануть антибиотик? Фонарик. Могу. У меня отравление, у нас меда нету с собой. Так. Да нет, на мед. Я с собой не брал. Так и я с собой не брал. А, у меня есть травяные антибиотики. Я думаю, что они очень хорошие, и их можно оставить на будущее. Опа. Зомбарь. По-тихому его. А, это ферал. Помочь? Помочь. Нет. Нет. О, помочь. Тут помочь, помочь. Вон сколько их там. Я иду к тебе. Помогай. А ты где? А ты в доме? Помогай. Спустись вниз, спустись вниз, выбегай, выбегай, выходи, выбегай. Выходи отсюда. Выбегай, выбегай. Там ферал куча. Сзади еще идут к нам. Ой, они там в башкой бьются в стекло. Не надо, да, хочешь? Вон они. Да я вижу, сзади еще аккуратней. Там вон сзади барышня одна гуляет. Они выпрыгнули. Да, что-то в этот раз лут здесь какой-то фуфловый. Подхилься. У меня ушиб. Подожди, а чем ушиб лечится? Обычной хилкой. А не бинтами? Ну, бинтом. Я попробую обычным бинтом. Что будет? Я нашел свой. Ты красавчик. А я нашел уже давным-давно свой. Слушай, пойдем тогда с тобой сейф поколупаем. Блин, ты опять завис. Нет, не надо туда заходить, мы уже там были. Давай сейф поколупаем. У нас есть для этого все. Он вот здесь вот стоит. Давай. Мне просто лень его. Я по дереву бью.
Ну, ты правильно. А я вообще по тебе. Вы испытываете жажду. Давай, запахнем. Благо, мы набрали много юки и грязной воды перевыпили. И поэтому у нас с этим... Так, и ни хрена. Бабки и всякая фигня. Так, вон она идет. Я, наверное, вот это разберу. У меня перегруз уже какой-никакой. Больше не идет. Все, погнали тогда квест выполнять. Давайте. Там ничего нету. Блин, ты так подлагиваешь, конечно, жестко. Кстати, кто-то говорил, что если разбирать покрышки, есть шанс, что выпадет колесо. Слышал? Лопата, я лопату. Слышал это? Не, не слышал. О! О, класс. Брось здесь, не кидай далеко. Вообще супер, сейчас еще за аэром сходим. Сейчас посмотрим, что аэродроп дает. Блин, хоть бы паттерн дробаш. А я не... Я смотрел, что там он дает. Он дает там и патроны, и книжки. Он дает и патроны, и книжки. Он дает иногда топовые эти книги на навыки. Так, слушай, стальная лопата, арморный 7.62 или увеличенный магазин? Я увеличенный магазин возьму. Знаешь, что-то хорошее? Мусор. Так, модификация. Все, у меня патров нету. Я на базу, у нас там патры какие-то были. Бери, давай сейчас посмотрю, что у меня по квестам у этого пердуна старого. Так, есть какая-нибудь работа. Блин, у меня второго тира. А почему? У меня тоже. У меня есть очистка. А мы награду брали за первый тир? Нет, нам не давали награду. Давай очистка от зомби, я возьму 170 метров. Сейчас мы скинемся, за аэром сходим, может быть что-нибудь найдем. Потому что пока что все что-то как-то не облачно. Ладно, увидимся с вами, ребят, уже на аирдропе. Все, народ, мы у аирдропчика. Нестор отстрелит зомбаков. И я нашел, блин, слушай, ну... Немного воды, немного патров, по сути. А книжки? Нет. Тут две медицинские аптечки. Чаек тебе, вода, кстати, нужна? Пока что нет. Окей, я использую. Просто я и дубинку я нашел скраповую. Ну, короче, бесполезный немного аирдропчик. Блин. Я скинул все сок юки случайно. Ну, я тебе могу... Я пошел, да. А, давайте просто 5 штук дам. Давай. Держи, в чем проблема-то? У тебя еда с собой есть? Есть. Все, тогда вопросов нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть слотов у меня занято, все остальное мы идем второй тир лутать. Из плюсов есть немного патриков. Из минусов патриков прям немного. То есть мне сейчас хватит калаш перезарядить, и у меня останется патров, наверное, 5-10, и все. А, у меня не осталось ни одного. Офигительно просто. Класс. Ну, супер. Главное, зато... чтобы это не тот же дом был. 30 магнумовских, кстати, еще сверху дали. Какой не тот? По-моему, он взял тот же дом, который... Хотя нет, по-моему, нет. Мы такой не чистили с гаражиком. А, подожди, а там очистить... Я... А там... Это ликвидация или что это? Так, давай посмотрим. Это очистить обод. А, я здесь лутался. Мягко говоря. Ну, хавку нашел. Так, давай, врубаемся. Очистить обод. Готов? Погнали. Так. О, здрасте. Тетенька лежит. Серьезно? Не, я это просто феррал? То, что я ее не... Да, это феррал. Да, это феррал. Я знаю. Идут. Сзади. Только я не... Как ты не слышишь? А, вон он вон там. Вот, только не выходи за территорию. Помни, что если выйдешь за область... Вот. Ладно. Привет, малыш. Забей его сам. Да я знаю. Вдвоем выйдем. Задание. Да не, мы вряд ли. А, давай первый этаж. Тело феральное, феральное тело. Феррал. Вижу. Там зеленый еще один феррал. 600 хп. Нам нужно прятаться, пожалуй. Я отвлек на себя. Давай. О, по-моему, кому-то не поздоровится сейчас. Давай, хилься. Есть чем? На, я тебе аптечку. Вот это дам. А, стоп, подожди, не бери, не бери, не бери, я тебе аптечку, аптечку дам. Есть. Я знаю, я ж только что хотел сказать. Так, подожди, у тебя есть наруч вообще какой-нибудь? На 38-го качества. Он хотя бы поломанный, но это лучше, чем ни хрена вообще. У меня лучше, у меня кожаные перчи есть. Тогда ладно.
О, подожди, мы лутали это здание. Я знаю, мы лутали это здание примерно. А хотя, может, это... Да, я лутал, мы сюда зашли с тобой. Я сказал тебе, псина. И мы ушли отсюда. Я сказал тебе, псина, и мы отсюда ушли. Погнали на второй этаж. Да. Блин, второй тир. Ладно. И у меня в дробаше ровно один патрон. Хочешь по один патрон из дробаша? Ну, спиралами. Да вообще нам не поможет. Проблема. Фералами проблема, слишком много здесь. Так, Патрик из-за тебя. Ну-ка. 8 для дробаша. Погоди, дай я перезаряжусь. Все. Вон там, спереди. Выйди назад и подхилился. У тебя 47 хп. Ты что, не подхилился? А, стой, оказывается, так мало оно хилит. Раньше оно 150 хилило. На тебе еще одну аптечку. Вот лежит, вот передо мной. Да подожди. Да так-то я жду тебя. На тебе в таблетку. Нестор мне свой лук отдал, потому что у меня закончились патры. Потому что я очень сильно на них понадеялся. А нефиг надеяться на патроны, которых мы пока еще и производить не можем. Ой, здрасте. Кто там? Да уже никто. Так, лутайся пока. Тут больше ничего нету. А, ты кеп... Ну ты бери мусор хотя бы. Так, нам наверх, судя по всему. Почему нам наверх? О, книжки. Книжки. Ну возьми себе, если ты не знаешь, как пистолеты делать. А, я знаю, я его скрапнул. Да, труба, аккуратней только. Давай там это. Выживи. А я могу? Я хочу сюда в окно посмотреть, кто тут. Ой, я нашел ключ. Ой, ничего себе. А нам туда ничего. И надо. Зачем ты смотреть? Будешь в окно. Залазь туда. Просто мне вот это не надо. Давай вот эту уничтожим. А я уже вижу, где он. Ты его... Молодец, уничтожатор. Да я хотел вот эту хрень. Иди поднимайся. Сломать, уничтожатор. А, я не могу залезть. Блин. Да черт. Я залез. Молодец. А я сейчас уеду. Я почти готов. Блин, ты еще в эту открыл, я ж испугался. У меня 2 очка не распределено? Откуда? А там что, за какие-то уровни больше количества очков дают? Могу дать тебе бинты. А у меня есть эти антибиотики. Сейчас просто хочу попить, поесть. Ты бы так не бежал, дай мне хоть вы... А, подожди, я тебе аптечку отдал, да? Все, ладно. У меня 70 хп. Будем помнить про это. У меня более-менее хороший этот... Шансы на умереть сразу? Это второй тир, помню. Нет. Нет, спрятаться от них. У меня 23 в калаше и в пистолете есть. Так, сейчас, подожди, я немножко переставлю все, чтобы более-менее быть повеселее. Так, ты можешь от них спрятаться, да? Так ты мне говорил. Там шипы, они побегут спереди. Давай ныряем вдвоем и на счет 3 разрываем задницы. 1, 2 и 3. Все, задница разорвана. Тихо. Так, это в скраб. Нет. Стоп, не беги. Вперед по-братски. Если что-то надо, забирай. О! Там схема этого из апельсинов сока. Стоп! Зеленый, прям зеленый. Давай, ваншот его. Вот сюда встань, где я. Да ты увидишь его сразу. А я не вижу его голову. А, потому что его голова за... Стоп, подожди, стой тут, никуда не ходи. Побольше стул забрать. Я этим занимаюсь. Жопа. Да в жопу стреляй. Так, я беру дробаш с 7 патронами, если что, я ему анус отстрелю. 37, нормально. Блин, я его не добил. Я добил. Так, кто-то вырвался, идет. Спирал. Вали. Больше не идет. Пинтики, стул забираем. Здесь мусор, я вижу. Я знаю, я уже собрал. Почти весь. О. Так, нормально. Стоп, тут 2 этажа. Тут 3 этажа. Ну да, в смысле, тут еще и в подвал спуск. Так, у меня уже 12 перегруза, я скрапываю, выкидываю, нам сейчас перегруз. И сейчас мы будем страдать.
Спасибо, капитан. Потому что внизу их очень много будет. Подожди, есть у тебя колья, чтобы не страдать? Да, я посмотрю. Я могу сделать колья. 8 штук есть. Я целый кол могу сделать один. У меня гранаты есть. Давай ты их увидишь. Я просто кину в них фуфловую гранату. Подожди, ты вот здесь не провалишься? Здесь доски мне не нравятся. Ну ладно. Стой, присядь, отойди, я выстрелю кому-нибудь в голову. Идеальный. У меня просто... И сейчас триггер сработает. Стоп, подожди. Вот давай так. Ну, чтобы я мусор убрал. А, подожди, тут дверь. Все. Стоп, слева что? Слева ничего. Мы слишком сыкотно идем с тобой. Давай смелее. Если что, я сейчас мне дверь не закрою. Нравится. О, во, я вижу его. Давай. Заходи, один. Заходи. Тебя там услышали. Еще один. Тебя услышали. О, зеленый. Ой, я промахнулся. Нестор, давай, ну давай что дальше. Что? Да погоди пока. Сейчас я посмотрю, что тут есть. Так, это бомба. Аккуратней. Где бомба? Вот, на столе стоит мина. Не стреляй только в нее, потому что я тут рядом хожу. Я просто хотел, думал, это котелок подобрать. Вот, котелок, это мина. Не трожь ее. Вообще не подходи. А, реально, да, мина. Стоп, я хотел... Так, я вижу одного. Ты думаешь, там один? Подожди, слева в деревяшке вот тут еще один. Так, сейчас, подожди, я сделаю, я проверю, вообще это работает? Так. Давай на счет три. Сейчас, погоди, я обойду тебя. Блин, как сыкотно. Я могу выстрелить в этого. Стреляй. Вот. Ой, мне не нравится этот звук. Ты красавчик. А я думаю, это... О, мы нашли хазмат. О, куртка рэковская. Это вообще топ. Это первое, короче... А, из толчка вылазит? Ничего себе. Они тут что-то грязное делали. Мы, кстати, пропустили один мешочек. Нет. О, залазь. Тут может, еще... нет. Да, почему нет? Вон там. О, я могу... Стой, я могу отсюда. Я могу отсюда его открыть. Ну ладно. Ну а еще что нашел. Выходит? Смотрел. Смотри. Auto Rifle Parts. Части, короче, автоматического ружья. А я пока железо наберу, у нас железо маловато. А тут кто-то еще есть. Я знаю, мы же наверх на самом не залезли к топ-луту. А, значит он не... Я думал, он сверху. Ой, снизу наоборот. Почему? Нет, он сверху. Потому что... Так, стоп. Патры для дробовика требуют огромное количество бумаги. Огромное количество бумаги. Так, где-то здесь, где-то здесь. Я видел сумку. А, нет, цемент. Которому не... А, все. Цемент, слушай. Цемент нам тоже пригодится. Мы, конечно, можем его потом добывать и все такое. А, у меня, кстати, деталь от снайперки. Так, это не надо, какахи не надо, если что, мы соберем. Стулья в скраб. Семечко не надо, мы выращивать будем это очень не скоро. Это пока тоже выкинем. И вот это выкину. О. Залезай за мной. Давай. Сейчас, подожди. Короче, смотри. Если сейчас там, если будет много зомби, то мы просто, я сейчас агрю, мы спускаемся вниз, и ты закидываешь их гранаты. Сначала ставим колья. Я сразу иду с гранатой. Ну и что там? Ой. Ну я пока никого не вижу. Значит, сейчас нам будет жопа. Ой. Так, сзади никого нет. Ну ты вышел-то, молодец. Да, я сейчас бумажку заберу, чтобы... Так, все, давай, удачи. Спасибо. Подожди. Здесь никого я нет. Я вижу лесоруба. Китай. Я вижу лесоруба, кажется. Давай я выстрелю в него. Подожди. Я мёд нашел. Это не лесоруб. Это не лесоруб. Никто не сагрился. Все нормально. Я кину ту гранату. Давай. Ой, у меня кровотечение. Спасибо. Все, я минус. Блять, у меня кровотечение. Подожди, я сейчас откину. Давай. Вот это фиаско просто. У него 400 хп. А ты выжил? Появиться на кровати, появиться рядом с кроватью. Появиться рядом с кроватью. О, а где я? А, настолько рядом с кроватью. Я бегу за к тебе. Сколько их тут? А там двое было же. Я убил одного, который был фералом зеленым. Спускайся там вниз, еще один выбегай был на улицу и делай круги. Я подхожу. Я не знаю, что этим... Тем... Кикер... О, 750 хп, слушай. Тут у чего 750 хп? А, я слышу твой выстрел, я иду к тебе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чурбан. Спускайся вниз, чурбан. Да не, я его убью. Я, короче, он тут железную стену будет ломать. Так, я... А я буду в него стрелять. Я пока вспоминаю проход. Не поднимайся. Да, я, конечно. Не поднимайся, пока он здесь.
Подожди, а чтобы не подняться, надо вспомнить, как подняться. Все, боже, я убил его. Все, я поднимаюсь. Вот это фиаско просто. О, здравствуй. Я ключ нашел. Я сразу все открою. Во, иди сюда. Подожди, здесь прежде вот чем шмот. Все открыть, давай иди. Посмотрим, что мы можем здесь забрать. Мне еще штраф на опыт. Неплохо. Блин. Что ты там нашел? А тут еще подъем наверх есть. Подожди, куда? Тут никого нету. Да нет никого, мы уже всех убили. А, у меня квест сбился. Короче, в сумке отвратительнейший лут. Ну-ка, давай посмотрим, тут? Что здесь. Здесь, короче, аптечка и модификация. Какая? Бесшумное соединение. Тихо, тихо. Пошли наверх, пошли наверх. Я потом все объясню. Нам кто-то дырку бурит в доме. Так, подожди, я свой квест провалил? Правильно я понимаю? Да, зачистка не удалась. То есть ты только сдать можешь. Так, смотри, там миниарда из четырех слева. Тут зеленых два, три этих, три байкера. Выруби фонарик. Там три байкера. Боже, ты не представляешь, какая там орда снизу. Я знаю. Там в доме ордище просто. Я сейчас вижу, короче, у меня же этот охотник. А ты же понимаешь, что они сейчас пробираться будут через люк к нам? Там как минимум два ферала. А ты люк не закрыл. А люк не закрывается. Оу, нам фиаско. Он не закрывается. Я уже понял. А мы можем... Не, мы ноги сломаем здесь. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди ко мне, иди ко мне. Поднимись ко мне на мою сторону, иди. Ничего тут не сломаем, пойдем. Все, побежали. По тапкам. Все, валим отсюда. У меня 27 перегруза, я далеко не убегу. Так, где торгаш вообще? Неси. Да я несу. Вон туда. Направо. Я тебя прикрою, если что. Я посмотрю, как тебя съедят. Блин, первая смерть. Ну ладно, по сути... Вон там зеленый. Я вижу. Там зеленый, стой. Я вижу ее. Ай. Да, блин. Сейчас, подожди. У нее 125 хп. Красавчик. Так, справа еще четверо. Пожалуйста, пусть у тебя будет что-то. Капюшончик убит. Я винтовку нашел, но у меня глушака нету. Так, еще короче, гранаты. Убит. Гранаты нельзя. Там зеленый еще один. Блин, гранаты говно, я понял. Еще один. Я апнул уровень. Красавчик, у меня тоже два. Но у меня сейчас, наверное, прогресс упал. У меня эта смерть с косой висит все. Так, торгаш вот здесь вроде. Блин, вот там, 100 какой... метров еще вперед. Да вот он впереди, я уже вижу. Какое фиаско было. Зачем я кинул эту гранату? А вообще того, что я первый умер. Да я вообще, да, я, нет, я тебе просто сказал, давай удачи. Мы, кстати, поставили вон курятники наверх, чтобы было. Блин, я не на это рассчитывал вообще. Я рассчитывал, что у нас хотя бы это, какие-то шансы. Ну, блин, я не думал, что эта граната такая отстойная. И прикол в том, что ты меня этой же гранатой еще и кровотечение мне нанес. Как говорится, я умею подставить команду. О, я нашел этот... Я продал их. Перевести? Не знаю. Монтировку. Монтировку? А нужна монтировка? По сути, нет. Чем да, потому что... Ну, а нафига она нам? Так, это вода, воду мы оставим. Не урон блоков дикий. Ну, хочешь, возьми. Это тебе понадобится для того, чтобы разбирать что-нибудь. Давай, бери ты квест. Can you teach? О, я могу, подожди, я вот это прокачаю, я вот это изучу. А, ну давай, я пока посмотрю. У меня два очка навыков. Что по кардио? Восстановление. Секси тернозавра беру. Смертельный удар приносит 10 очков выносливости. В смысле? Смертельный удар. Мы пойдем на... А, понял. Ну, давай, что, куда? Мы на второй тир пойдем или на первый? На второй, это ж весело. Смотри, как было прикольно. Тогда есть очистить зомби от 180, 180 метров. Давай, бери. Сейчас, я... Подожди, я кро... О, у меня 4000 монет есть, подожди. Красавчик. Я хочу потратить. У меня А, у нас же стаков нету, я забыл. Я думаю, чё у меня так стрел много? А у нас же стаков нету, по сути. Что ты продаешь по оружию? Да у меня по оружию ничего. В общем, ладно, ребят, сейчас Нестор все продаст, я пока скину и продолжу. Все, ребят, у нас начался квест уже. Нестор нажал, я просто чуть не успел. Так, помни, мы это здание уже чистили. Вроде как, на запись, не на запись. Че там у тебя выпало? Латунь хоть забрать? Убирай. Камень, которого у нас нет. Сейчас будет больно. У нас второй тир. Тут цифирал как-то. А, промахнулся. О. Блин, как ты встал красиво. Два раза промахнулся.
Три лампочки. Серьезно? Подожди, вот здесь, в этих досках, очень много, как оказалось, лута. Очень много ящиков. Тут закрыт, там никого нет, не переживай. Если кто-нибудь хотел вылезть, он бы уже вылез. А вот и Джонни. Понятно, Джонни никому не интересен. Здесь есть чертежи, рецепты и всякое такое. Только надо это найти. Потому что когда мы с тобой в тот раз выходили отсюда, я такой думаю, а попробую-ка я поверху полазить. И я налутал кучу ящиков. Ты уже куда, дверь открыл? Да, я в тот сарай, в котором никого нету, открыл дверь. А, тогда ладно. Там никого нет, да. 59 монет, хотя я думаю, что мы с тобой разживемся монетками. Я деталь для калаша нашел. В мусоре. Клево. А, ты в сарае, в котором никого нет. Я вижу кого-то. Блин, а я, уже... а я внизу. Они долбят дверь. Да я вот. Вижу. Они открыли дверь. Они... Да ты, она, мне кажется, была открыта. А, я промахнулся. Молодец. Ой, о, он валяется, что-то встает. Тихо. Добиваем. И молоток 41 качества и лопата скраповая. Так, я помню про самое главное. Про бумагу. Потому что у меня в первом прохождении вообще бумаги нету. Чтобы вы понимали, ребят. Так, ты бы подхилился на всякий. Ну так, просто, давай. Прикола ради. Син, кстати, тут тоже нет в этот раз. О, автомат. Офигеть, сколько тут хавчика. Так, секундочку. Я сейчас пока разберу. Разбери правый, по-братски. Вроде как с этих штук падает сталь. Да, она нам тоже пригодится. Ну да, красненький. Сейчас мы это все разберем и пойдем дальше. У меня ослаблена броня какая-то. А, у меня две части брони поломаны. Я же тебе сказал, железо, сталь падает. Ну, это с автомата всегда так было. С автомата. А, у меня штраф за смерть. Он еще 2 минуты будет. У меня, наверное, какие-то навыки уменьшены, да? У меня, наверное, какие-то навыки уменьшены. Да, у меня уменьшили quality джо на 1. Я думаю, что у меня так падает мало. Так, сейчас я посмотрю. Я тоже с винтовкой, братан. А, толстуха выпадет. Толстуха выпадет. Да. У меня патров пистолет только есть. Выходи. Ну, чё? А, да у нее 200 хп, она сейчас сама выйдет. Она плюнет в нас. Нет. Свинья. Она все равно промахнется. Это понятно. Ну ты за... выходить будешь, нет? Ноги! Ноги у нее лишние. 674 опыта я получил. Вот здесь, так. Смотри, сейчас вот здесь будут две эти. Медсестры. Иди сюда, иди сюда. Левую о. Книжку, левую золотай, это для снайперки. Окей. Перки. Так, здесь будет две медсестры. У меня 52 патрона. Так, они нас услышат 100%. Угу. Это не лутабельно. Я беру автомат и... А, ну мы с тобой же лутали это здание тоже. Так, а. Одна обычная. Вторая феррел? Нет, обычная. А, ну все, тогда давай. Спасибо. Блин, гребаная... Я хочу протестить вот это. Хочу... Монтировку? А им нельзя пить. Им нельзя... А, им можно. Они не... Это не для этого. А им нельзя бить. Так он не для этого, он чисто для сундуков. Это чисто в... О, ничего себе. Да. Тут шины есть. Давай шины разбирать. Разбирай. Я пока смотрю, что тут... Так, еще для снайпера один. Бери еще одну. Снайпером топовым. Еще одна, уже третий уровень. А, нет. Слушай, а тут больше двух нельзя. Чего нельзя двух? Больше второго уровня нельзя поднять. В смысле? Это ж снайперка. Это просто ну, перки там... на снайперку. Нет, там не так работает, там есть уровни определенные. А, первый, может ты снайпера прокачиваешь? А, все, окей, я просто думал, ты именно снайпера прокачиваешь, типа... Серьезно? Вот, там крикунья, слушай. Она или крикнула? Нет, она крикнула. Ой, тут плевуны эти. Я иду крикуню ой. Валить. Давай, выходи наружу. Крикунья, тогда вот... О, тут этот, тут феррал. Выходи наружу. Понятно. Посадь. Я застрял. Да не надо было, я мог так сам. Ты сказал, что ты застрял. Я колепо наставил. Я хочу крикуню вальнуть. Она крикнула, собака бежит.
Тут не только собака. Выходи на улицу, выходи на улицу, говорю. Подожди, я убью его. Да ядрить тебя колотить. Две крикуни. А нет, это одна крикуни и два баскетболиста. Выходи на улицу срочно. Я твою маму. Поднимайся, я поднимайся. Могу поднимайся на поднимайся наверх. Я вот, выносливость нет, еще и усталость. Зайди в зайди куда-нибудь. Я их отвлекаю на да себя. Нет, у меня выносливость. Поднимайся, все, аккуратно, не спеши, не спеши. Там паук. О боже. Так лазь. Ты посмотри, ой, меня блин. Меня тоже. Подожди, меня жопа. Я ворона убил. Ворон бьет. Ворон бьет. У меня 40 хп. Запрыгнул, запрыгнул. Вижу. Блин, как нам везет. У меня один патрон. Невидимый демон. Сломали. Невидимый демон. Откуда? Я слушай, не знаю. Мне кажется, нам пора валить. А куда нам валить-то? У меня патров нет. У меня нигде патров нету. Все. У меня осталось только лук. Я пытаюсь луком что-то сделать. Он залез. Скидывай его. Все, меня скинули. И тебя. Все, да? Меня убили. Вот это просто жесть. Патры кончились. Поле мы не поставили. Нас просто разорвали. Вторая смерть. О, а нам еще. Подожди, они же. Там демон прибежал, чтоб ты понимал. Там невидимый. Еще мне лагает жестко. Невидимый маленький прибежал. Слушай, че, побежим забирать или как? Какие у нас варианты? Ковальский. Что нам еще делать? Я хочу оружие посмотреть. Хоть что-то у нас есть вообще. У нас есть коктейль Молотова. Я возьму дубинку. Давай коктейли Молотова накинем. Так, я возьму коктейлей. 15 штук. Пошли, попробуем, дубль 2. Так, я возьму, наверное, еще плащ, на всякий просто. А, он сразу оделся. Нам задание уже мы слили. Да, задание мы слили. Нестор опять лагает. Просто идем сундуки собирать, а там посмотрим, что почем. Хотя бы топ-лут может попробовать забрать. Кстати, как вариант. Короче, тут один зеленый. Стой, я ему коктейль хочу кинуть. Отойди только оттуда. Давай. Да я плохо. Гори, собака, сутулая. Это байкер зеленый. Ой. У нас лут наверху. У нас лут наверху, если что. Да я знаю, я жду, пока он умрет. Я левелапнулся. Класс. Ой, я упал. Это было больно, ребят. Это вторая тупая. Ну вот, у нас не было смертей. Мы шли шикарно. Но потом. Так, я иду внутрь. Есть появились крикуни, которые убили нас. Появилась крикунья, даже я бы больше сказал. Так, чё у нас? Я от своей же коли ударился. Так и есть. Так, я нашел на дробаш патронов 6 штук. Мы хоть как-то сможем выжить. Начинается жопа какая-то уже. Да погоди, да это нормально. Чё ты знаешь-то? Они вон нам проход на улицу открыли. Так, я сейчас скрапну. Нет, это дофига стоит, чтобы скрапать. Так, где. О, у меня тут всякий хлам теперь лежит. Дубинка. Ладно, оставим. Копейки, но я не хочу их. Оп. Ящик. Нам нужны патроны, хоть что-то. 13-й ключ. Нужно тебе Forge Head. Я могу тебя обучить вот этой параше. Я не знаю, честно. Я не понимаю, о чем ты? Вот это. А, подожди, так у меня все из всех. Я это скрапаю. Давай. Это кто? Ой, я испугался. Он кричал, как будто. Демон идет. Он на улице. Все, жопа. Он прибежал, он здесь. Демон реально. Забей демона, я пока с этим разберусь. А у меня патры кончились. Или тебе помочь? Да мне помочь, он за тобой пошел. Нет, он за мной. Синий мешок выпал. Я тебе скидываю патры. У меня 10 хп, подбирай. Твою куколку. Так, надо отхилиться срочно. Подожди, не иди, пожалуйста, по-братски без меня. У меня усталость. У меня тоже было. А, у меня нечего с усталости. На улице опять кто-то. Я слышу. У меня еще дичайший перегруз. Блин, главное, чтобы она всю округу, если это... Это не кричалка, все нормально. Надеюсь на это. Так, у меня с собой... Стоп, подожди, я сейчас...
У нас вообще полная Ж. Так, я хотя бы винтовку перезаряжу. У меня нет патронов для винтовки. Так думал. Чё там? На амбаре сидит. Но демон это, конечно, жестко. Дверь закрой за собой. Я закрыл уже. Так, какие у нас с тобой варианты вообще на хотя бы забрать лут? Так, тут сейф открыт. Вариант вот этот открыть. Да, у тебя есть эти? У нас не, у меня есть три отмычки. Да, отмычки, я то прокачал отмычку. На, открывай. Держи. Вперед, вскрывай, я в тебя верю. Так, я пока что... Чё? А ты знаешь, как это играет? Да, ну как, Skyrim играл? Да. Вот то же самое. Только, там немного по-другому. Ну вообще один в один. Тот же Skyrim, по сути. Ты на... Блин. Вправо-влево крутишь? Что это я скинул? Вправо-влево крутишь? Какие кнопки нужно, мальчик? Вправо-влево чтобы крутишь? От мышки прыгать. На мышку. Вроде на мышку. Так, стоп. А у меня нет отмычки. Я туда не пойду без тебя. О, ребят, это жестко. Я не рассчитывал на демона, я не рассчитывал на кричалку вообще. У меня 8 минут усталости. У меня есть витаминки? Нет, мне кажется, я не знаю. Скинь мне, скинь деле. Мне, я сейчас... Где они тут? Нет, ничего. Сейчас еще бы найти их. Да, ты подожди пока. Там пока никто сзади не подошел, все. Да, блин, где они? А, вон нашел. Да. Знаешь, что я нашел? Я нашел зеленую карту. А, извини, я тебя обманул. На пробел надо нажимать. Вот, все. Право-лево и пробел. Да я просто подзабыл уже. Сколько я пару дней не заходил. Так, я открыл сейф. И в сейфе 17 болтов, кастет и деталька от пистолета. Ну, не простого, рельсотрона, конечно. Так, колья. Что с кольями? Где колья? Вот, 5 кольев. Так, топором, если что, я буду мочить. Доски я скину. Мачете убрал. Мачете вообще нужнее, мне кажется, пистолета сейчас. Что происходит? Я просто смотрю дверь. А, молодец, спасибо. Ты бы предупредил. Ну что, смотритель, пойдем? Пойдем. Какаха. Здесь феррау есть. А, нет, он снаружи. Ух ты! Детрит у вас тут? Там за окном. Отойди, он взорвется сейчас. Отойди. Стоп, еще один. Еще один. Помогай. Красавчик. Ты его завалил, что ли? Да. Так, опять кричат с улицы. Лутай все, а там посмотрим. Что в топ-ящике? 4 обычных гранаты. Не знаю. Да я уже посмотрел. Жестко. Скрапи-бук. Если у тебя что-то не изучено, скидывай. Ну, чтобы я смог... Так. Фиг с ним. Просто теперь валим отсюда. У меня... Добрали. Я не могу валить, если что. Ты помнишь? Я же тебе говорю... О, слушай, какашка выглядит как чужой. У меня осталось еще 5 минут. И перегруз за 30. Ты будешь пользоваться луком? Да. У тебя что, патров нету? А, стоп. Да. А, я буду пользоваться луком. Пользовать. У меня второй левел какого-то скилла. Мне просто нечем пользоваться, кроме луком. Они где-то бьют. А, все, вижу их. Они с улицы. А, я застрял. Сейчас, погоди, я с манекеном объясню, кто тут главный. Это зеленая. Так. Нате в ляху. Нате во вторую ляху. Ты там рядом с ней уже? На тебе в другую ляху. Красавчик. А я могу тут вылезти же, да, на контроле? Зря она так стала. Здрасте. О, а голова рядом лежит. Не воспользуешься головой? Ладно, ребят, давайте на этом закончим. У нас один квест из двух. Это раз. Два, уже ночь. Мы сейчас поедем копать. Точнее, не поедем, а пойдем. Кстати, ты говорил, что есть какие-то коктейльчики, которые помогают регениться. Там 500 хп у него, братан. 500 хп, 380. Вроде бы попал. А, не, не попал. У меня 13 руку, патронов. Нет. Давай что-нибудь сделаем. Давай его просто забьем его вот так. 1000 опыта. Mm-hmm. Это сколько тебе опыта дали, что мне дали косарь? Ну что, ладно, ребят, всем мне спасибо. Дали. Нет, мне косарь дали. Тебе дали больше, ты же добил. Мне тоже косарь дали. А, то да ладно. Всем спасибо за внимание и всем пока.